боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Вернулся? Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Вот так бы всегда. Ну, удачной охоты, сталкер. А вот анекдот. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. Ну что стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут...
Оружие убрал. Через неделю пишет. Фига себе, родной. Ну давай, давай! Закопаем вас, сучье!
Сюда! Помогите! Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Субтитры сделал DimaTorzok.
Слышь! Завтра уже переться куда-то надо. Материалы. Заскучали, мужики. Приветствую. Уже, Рихтер. Это что ни говори, не за хабаром по лесу шарахаться. Тут не конкуренция меньше, цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Все одно и то же. Только вернулись, снова куда-то гонят. Молодец! Да. Мастер. Тут крути, не крути. Я так понимаю, раз маракуй, не маракуй. Что-то исследует, а все равно выйдет так, как командир искал. Ну или как зона решит. Что? Мы на подхвате. Вооружены и как говорится. Все, специальная пауза. Тоже. Только вернулись. Учиться. Я бы тоже вот так вот. Будешь неподалеку? Заглядывай. Я бы со свободовцами. Вот такое, знаешь кто? Не объединились. Мы бы отсюда еще. Заходит сталкер в бар.
карте ее нету. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то.
Бумага! Имею я эту зону в виду. Речи давай, пошел! Пацаны, да сладкие они, не ссыте! Ёлки! У мене бебихи. Сухер! Опа! Ливер попёр!
Смотрите! Люди! Заблудился как-то долговец. Идет и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит. А колбасу и батон они новые делать стали. Странно. Рация, что ли, не фурычит? Эй, Сидорович, получил твое сообщение. Ты там что, рацию проиграл в карты, что ли? Чего молчишь? Ау! В общем, ладно. Если слышишь, загляну я к этому телу, так и быть. Но ничего не обещаю. Ствол УНС. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Ой, бля!
Черти! Хабар принес. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну, удачной охоты, сталкер. Оружие убрал. Це майстер. Молодця. От гадство. Це знати б раніше, що стільки тягати на собі. Есть что-то? Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Вот так бы всегда. Ну, удачной охоты, сталкер.
духи в узлы завязывают. Нахрен! Тепленького. Ах, я больно, блядь. Быстро, обходи. Тебя,
Подходи, раз пришел.
Зачем пришел? Вот. Стрелок! Давай. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать.
Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Сейчас мы из вас крышу делаем!
Отлично, дай аптечку-то, сдохну ведь. Поделись бинтом, сдохну же, блядь. Где крысы, когда они так нужны? Слышь, братан, дай аптечку, помираю. Поделись бинтом, сдохну же, блядь. Пиздец. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Услышала. А смысл?
сама. Учкуду три колодца. Защити, защити нас от солнца.
Пить мою фабрику. Thank you.
Товарищ капитан, разрешите обратиться. У нас же приказ найти упавшую вертушку. Почему мы занимаемся поиском артефактов? Я слышал, в этом дремучем лесу водятся страшные мутанты. Надо бы подслушать разговоры военных. Сержант, испугался, что ли? Ты разве не хочешь купить квартирку для своей семьи? Или твоей жене с ребенком нравится жить в общаге? Молчишь? Я так и думал. Так что все заткнулись и продолжаем искать арты! Капитан, мы здесь не одни. За нами наблюдает какой-то сталкер, направление 315, северо-запад. Когда научитесь пользоваться внутренним каналом связи, под трибунал всех отдам! Окружайте его! Вот это поворот. Пора сматываться.
Так,